День работников уголовно-исполнительной системы отметили сегодня в Серпухове. Торжественное мероприятие в честь 145-летия создания структуры и чествования сотрудников провели в следственном изоляторе номер 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Служба в уголовно-исполнительной системе – это не просто работа, а непростая служба. Марина Литвинова работает юристом в СИЗО уже 20 лет. Пришла профессия по причине того, что мне все-таки хотелось попробовать послужить в рядах государственной службы. Все-таки мне хотелось попробовать себя в данной профессии. Хотелось бы и дальше продолжать служить. И также рекомендую лицам, которые хотят пойти служить куда-либо в систему, рекомендую также приходить в наши ряды, пополнять их. В Серпухове в следственном изоляторе трудится более 130 сотрудников. И сегодня, 12 марта, они все отмечают профессиональный праздник. Ровно 145 лет назад Федеральная служба исполнения наказаний была создана указом императора Александра II. Главная задача, поставленная перед ведомством – укрепление законности, безопасности и правопорядка в обществе. И для тех, кто следует этим традициям, звучат слова благодарности и поздравления. Всех нас объединяет трудолюбие, взаимная поддержка, чувство долга и справедливости, крепкого здоровья, мира, добра, только добрых вестей вам, вашим родным и близким. Хочу поздравить вас всех с праздником, пожелать, чтобы профессионализм всегда помогал в работе, чтобы каждый день у вас начинался с побед, заканчивался у домашнего очага, в кругу близких, родных. Хотелось бы пожелать, чтобы ваши сердца не черствели, потому что у вас действительно сложная, напряженная работа, вы много что видите своей жизни. И хотелось бы, чтобы вы давали ту мягкость людям, ту надежду на исправление и домой шли с открытым сердцем. Среди почетных гостей также благочины Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин. Присутствовали и ветераны службы. Во время торжественной части вручали государственные награды, грамоты и благодарственные письма за заслуги в профессиональной деятельности. Завершилась торжественная церемония праздничным концертом от вокалистов культурно-досугового объединения Серпухова.